Грузия, день 6. Сегодня Рамаз заедет за нами только к 11. Торчать в гостинице бессмысленно, и я решил прогуляться самостоятельно. Выпить кофе и заглянуть в ботанический сад, который находится в каньоне за крепостью. Особых ожиданий от прогулки не было. Я не знаток растений, но подышать свежим воздухом, особенно с таким количеством хвои, никогда не помешает. Тем более, что каньон защищен от городских выхлопов высокой натуральной стеной, и воздух здесь очень чистый. Продолжение приключений в Грузии читайте на странице Руслана Касько в Фейсбуке.